Карагандинской области на шахте имени Ленина компанию «Кармет» добыли 1 000 000 тонн угля. Этот показатель является самым высоким среди 8 шахт в регионе. Столь значительное достижение – результат упорного труда большой команды профессионалов – добычников, проходчиков и механиков. Подробности в материале Лианы Жамильхановой. 26 августа рабочие шахты имени Ленина компании «Кармет» выдали на гора 1 000 000 тонн угля. И такие результаты на предприятии получили сразу после празднования Дня шахтера. Сейчас здесь добывают уголь, который используют для производства угольного концентрата в стальном департаменте «Кармет». Директор шахты Валерий Хан горд за своих горняков. В этом заслуга, я считаю, всех трудящихся шахты, производственной службы, проходческой службы, которые подготовили очистной фронт. Ну и также обслуживающий персонал в лице транспортных участков и механической службы. Сергей Новицкий больше 20 лет проработал под землей. Он один из тех, кто непосредственно принимал участие в добыче угля. Мы первые добыли этот 1 000 000 угля. Но это благодаря сплоченности коллектива, который у нас работал на добычном участке. Плюс само взаимоотношение среди рабочих и людей инженерно-технического состава. Компания «Кармет» намерены улучшать свои показатели. К 2028 году 8 шахт региона планируют добыть не менее 9 000 000 тонн угля в год. Особое внимание в компании уделяют модернизации шахты и улучшению условий труда горняков. К примеру, в ближайшее время на шахте Ленина запланировали подключение новой системы позиционирования с выводом в диспетчерско-аналитический центр угольного департамента. А это значит, что труд горняков станет безопаснее. Лиана Жамильханова, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24 КЗ.